Мы подошли к самому важному моменту нашего шоу. Голосованию, конечно же. Вы услышали 10 песен композитора Александры Николаевны Пахмутовой. Каждая из них может претендовать на звание лучшей. Жители России и СНГ, отправляйте СМС с номером любимой песни на короткий номер 4446. Телезрители России также могут проголосовать со своего мобильного телефона и с домашнего по номеру 8-803-333-61. И последние две цифры номера телефона соответствуют номеру понравившейся песни. Напоминаем вам эти песни. Внимание на экран. Смотрим. Свидание нашла, ласковый Миша. Возвращайся в свой сказочный лес. Мы продолжаем принимать голоса телезрителей, а зрители в студии будут голосовать прямо сейчас при помощи вот таких вот пультов. Мы начинаем голосование в студии. Итак, 3, 2, 1. Начали! Начали! Голосуем. Итак, зрители в студии проголосовали за песню «До свидания, Москва». В нашем эфире звучит песня, победившая по результатам голосования. Зрители в студии, это песня «До свидания, Москва». Ох, как давно это было. Трибуна становится тише, тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес. Не грусти, улыбнись на прощанье. Эти дни вспоминай, пожелай исполнения желаний, новых встреч друзьям пожелай, расстаются друзья.